Доброе утро, дорогие друзья! И сегодня Рождество. Не наше, может быть, но шведское Рождество. И я надеюсь, что на улице сегодня снег. Пойдем проверим. Жесть, никакого снега на улице. У нас столько было планов на снег. Столько всяких развлечений, которые мы приготовили на снег. Посмотрите на это безобразие. Просто я не знаю, что нам делать. Я уже подготовил штаны зимние и ботинки зимние. Снег! Это то, о чем я мечтал. Оре! Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Русский и шведка». Мы приехали в этот замечательный северный город Швеции, заснеженный город Швеции, для того, чтобы отпраздновать здесь Рождество и покататься на собаках. Собаки, лайки в упряжке. На снегоходах, на лыжах, съездить на замечательный водопад со скалы, поснимать там немного, посмотреть, как все, насколько красиво выглядит в Швеции, в северной Швеции, наверху. Вот здесь вы увидите картинку, где мы находимся. Это довольно-таки далеко, в 8 часах езды от Вестероса. Сейчас мы вам чуть покажем, как здесь отмечают Рождество. На севере Швеции. Мы не планировали отмечать дома. Это очень скучно, это просто нереально скучно. Сидеть полдня, ждать какого-то мультика, посмотреть этот мультик, потом сесть покушать и лечь спать. Нет, такое Рождество нас не устраивает. Поэтому мы приехали сюда. И сейчас мы вам покажем, как его здесь отмечают люди, приехавшие сюда со всей Швеции. Пойдем смотреть. Пора отправиться на водопад. Поехали. Вот мы и добрались до нашего замечательного водопада в Оре. Если вы же будете отдыхать здесь в Оре, вы обязательно должны посетить этот невероятно красивый водопад. Всех эмоций вам невозможно передать. Красотища не передать. Я никогда не видел таких больших водопадов. Становится немного жутко здесь стоять, вибрация невероятная. Просто пушка, посмотрите. Это супер-супер красиво, не передать словами. Сейчас они берут собак для того, чтобы поехать в какое-то отдельное место, их там кормежка будет, чтобы они ехали на санях. Их же надо для начала покормить, попоить, чтобы они нормально тянули. Вот сейчас их куда-то грузят и повезут на поилку, кормежку. Жутко немного, но интересно. Поедем кормить собак и одевать упряжки. У них, как нам уже объяснили, специальная еда с очень много калорий и много энергии. Это как бы собаки-атлеты, для того, чтобы они много бегали, долго тянули. У них специальная еда. Мы сейчас поедем туда, посмотрим, как их кормят и как им одевают упряжки. Put Jacob as lead and Sonic behind, okay? Yeah.
quick. Oh no, it was. Yeah, I'm gonna put on a strong hand on this one. На что важно очень обратить внимание, это очень интересный факт, то, что здесь пластиковые карабины. Это сделано для того, что если вдруг собаки начнут разбегаться по сторонам, они могут их просто отломать и порвать. Если же они железные, было очень много случаев и очень много фирм, которые до сих пор используют железные карабины. Собака просто задыхается на большой скорости, когда ее отводят в бок, она просто задыхается. Пластик это просто как совершенство какое-то. Он просто его отрывает, и собака отбегает. Все остановились, пристегнули и поехали дальше. Okay, welcome everybody. I'm gonna give you a course on how to drive the sled and some health and safety. Okay, what to do and what not to do. All right. So it's a lovely day today, perfect conditions. So there should be some nice opportunity for you to take some photos and stuff, all right? Okay, now I'm gonna talk about the dogs, all right? Раз. Я боюсь, реально. Ощущения такие, как в детстве, когда вас в садик везут. Меня обычно дедушка возил в садик на санках, но на собаках эти ощущения просто непередаваемы. Вот мы и приехали на базу. Огромное, огромнейшее спасибо White Spirit Sluts Dog за то, что мы приняли участие покататься на санках с собаками. Следующая наша затея, Стерес, это поехать покататься на снегоходах. Поехали!
Доброе утро, дорогие друзья! И сегодня мы приехали, как и обещали, на площадку для снегоходов. Сейчас мы будем кататься на снегоходах, вы все увидите, мы отправляемся в тур. Давайте смотреть, это очень интересно! Клара и Оре. Вот и закончились наши выходные в Оре. Мы отметили здесь Рождество, покатались на снегоходах, съездили на замечательный водопад, покатались на собаках, как вы уже видели. Если же вы будете в Оре, вы должны обязательно обратиться в эту компанию туристическую. У них есть куча различных развлечений, которые здесь только могут быть. Начиная от лыж, потом катание на веревке со скалы, снегоходы, туры, разные поездки. Тур, кстати, 4 часа на снегоходах. Это очень долго. Ссылочку на эту компанию мы оставим внизу в описании под видео. Если же вы будете здесь, обязательно. У них самые лучшие цены в этом заснеженном городе. Вот. И по традиции, если же вам понравилось видео, то обязательно не забудьте поставить лайк и поднять наше стресс-настроение, подписаться на наш канал. Канал. И до новых встреч. Пока. Спасибо. Пока. Пока-пока.